наш родной садик. Здесь мы все время... Нет, часто мы здесь гуляем. Черт. Вот это здесь. Там Марина сидела. Где-то здесь мои ключи. Вот. Здесь тропинка, вот эта песочница, в которую мы с Маринкой когда-то играли. Вот, а там качелька есть. Мы сначала стояли вот все время вот на этой веранде, а потом почему-то ушли оттуда. А потом на этой? Да, потом вот на той, где она стояла как раз. А мы здесь стояли все время, и здесь все время было видно, кто же там идет. Иногда были знакомые, но мы с ними не здоровались. Не знаю почему. А здесь красивая-красивая тропинка, по которой мы все время ходим, когда сюда приходим. Вот. Это у нас как... вот эта штучка когда-то служила у нас как мусорка. Вот так вот. А там вот на самом деле мой родной садик, где я училась. Ладно, не пойдем туда. И в итоге, обойдя весь садик, возвращаемся сюда. Здесь когда-то мы лазили с кем-то. А здесь качелька была, мы все время здесь качались. Но сейчас ее почему-то нет. Кто-то убрал. Там Гоша с Алсу разговаривает. А это легендарный столб. Зачем он тут, непонятно. Он все равно...